Привет, зритель. Если ты смотрел мой уход на Март, то, наверное, немножечко в курсе, что сейчас тебя ждет. А если не смотрел и либо забыл, то тебя сейчас ждет обзор моих заказов с Wildberries, косметика определенной фирмы. Я, правда, немножко, видишь, уже это подскрыла на базе, чтобы знать, ну, мало ли там что, вдруг не то. Это бальзам. Формула здоровья. Формула вашего здоровья с акцией грязи. Бальзам на основе целебной грязи Сакского озера от выпадения волос. Аквабиолис. Активное действующее вещество. Оно мало того, что в пакетике, пупырки, оно еще и заслюдировано. Бальзам для волос от выпадения 12 месяцев, срок годности. Вода, какой-то там спирт, чего-то еще, кофеин, экстракт требенника, биотин, пантенол, аквабиолис, гидролизаты коллагена, экстракт мяты и шарамик 706 и парфюм. Шарамик 706 это, по-моему, какая-то, ну, типа консерванта такой в косметике. Потому что этот шарамик мне попадался в косметике от Молка-Молка. Вроде даже у Саван он когда-то попадался. Завтра им помою. Ну, в смысле, помою-то шампунем, а им после шампуня попользуюсь. Хочется сказать спасибо человеку. Я, правда, не знаю. Наверное, это случайность. Вряд ли человек увидит. Короче, я выползаю со зоны Wildberries. Там такой каток. Песком наше управление города вообще не считает нужным, когда надо сыпать. Едет машина какая-то, думаю, сейчас эта машина проедет, и я пройду там, где она проехала. А машина останавливается, говорит, вас подвезти, а то скользко. Я говорю, да мне вообще в цветочный. Это прямо, я говорю, прямо. Ну и меня довезли до остановки. И даже ничего не спросили. И я поняла, что мир не без добрых людей, спасибо этому человеку. Тут 200 мл сделано в Крыму. Сделано в ноябре прошлого года, 18 месяцев оно живет. Так, и мой любимый дозатор. Нажал, и оно открылось. Пупырка, как-нибудь я тебя попупырю, даже на камеру. А то у меня была тут пупырка, я сижу так щелк-щелк-щелк. Думаю, блин, можно было же включить камеру, но я просто щелк-щелк. Тут пупырка, это потом в переработку идет. Такс. Это шампунь для волос Аквабиолис на основе вытяжки из грязи Сакского моря от выпадения волос. Натурал. Тут он тоже наклейка на слюде. Шампунь от выпадения. Вода, содиум, лауреат 3, сульфосукцинат. Какие-то штуки непонятные. Кротикс, не знаю, что это такое, протеин пшеницы, алоэ вера гель. Аквабиолис, пантенол, экстракт розмарина, шарамикс. А, дицилглюкозиды. У меня сегодня какие-то дохрена шумные соседи. По-моему, к тем, кто за стенкой, приехали гости. У меня одна пупырка отвалила, упала. Ну, пусть все на полу лежит. Тут тоже вот такой же дозатор. Мне очень нравятся вот такие дозаторы. Они намного удобнее, чем что-то иное. И еще тут зубная паста. Я, конечно, на уход показала другую зубную пасту. Но просто оно вот пришло только сегодня. А я в силу разных обстоятельств только сейчас вот за этим всем поехала. Но этой тоже я буду пользоваться. Даже, наверное, сначала ей попользуюсь. Просто для сравнения. Крымские травы, без фтора, 100 мл. Биоактивная зубная паста. Аквабиолис, тоже. Я что-то просто, когда увидела эти шампуни, ну, вообще искала как бы какую-нибудь замену, потому что, ну, я уже говорила, что у меня тот шампунь с перцем, и когда у меня рука, допустим, от кошки раненая, я не могу им пользоваться из-за того, что, ну, он и не раненую, и так кожу щиплет. С перцем же. Я хотела какой-нибудь шампунь просто от выпадения, как бы даже когда тот закончится, чтобы было что-то еще. Ну и потом увидела, думаю, что бы, может, зубную пасту еще. Тут как раз серия такая. Аквабиолис, вытяжка с целебной
из серебряной грязи Сакского озера. Кстати, все это покупала, соответственно, на Вайберс. Я оставлю артикулы в инфобоксе. Ну и, соответственно, если хотите, можете тоже потом заказать. Ну или если вы пользовались чем-то вообще Сакской грязи, это формула вашего здоровья Сакской грязи, поделитесь со мной в комментариях. Я, может быть, тогда тоже что-то такое попробую. Биоактивная зубная паста. Профилактика пародонтоза, профилактика бактериальной инфекции полости рта, защита от кариеса, профилактика воспаления и кровоточивости десен. В Вайберс было написано для детей от 5 лет. Вот, для детей от 5 месяцев, по-моему. Или от 5 лет, ну не суть. Короче говоря, что дети ей тоже могут пользоваться. Ну, в том плане, вы же знаете, что у меня половина зубов, большая часть. Надо было ножик брать. То так хрен скроешь. Молочные. И я на это ориентировалась. Сходила я за ножичком. А то что-то я ногтями не могу это проломить. Думаю, что я тут ее мучаю. У меня сегодня день обзоров. Я думаю, зритель тебя... Кстати, тут тоже наклеечка «Зубная паста». Аквабиолис, крымские травы, 36 месяцев срок годности. Состав, кстати, по-русски. Вода, тоже вода, калин, аквабиолис, экстракт аврепихи, экстракт ромашки, экстракт салфе, экстракт боярышника, сорбитол, глицерин, диоксид кремния, гидроксиапатит, дицилгликозид. Кстати, он шампунь тоже был, оксановый камень, сорбат калия. Я после этого собираюсь записать еще еду на камеру. Я вчера доделала наконец-то тайп-тап, поэтому у меня пара дней на отзывы и обзоры пойдет. Тут даже фиолетовый такой флакон, коробочка. Зафольгированная. Я вообще люблю, когда кремики, зубные пасты, ну в общем все, что вот в таких тюбиках зафольгированное, я первый открыватель. Первую открою ее уже завтра. Без фтора. 100 мл большой флакончик. Мне еще вот такие нравятся флакончики, которые мягкие. Все практически оттуда выдавится. Обладают вяжущим антисептическим противовоспалительным действием. 36 месяцев. Срок годности. Сделана она в сентябре 23 года. Вот. С любовью из Крыма, можно сказать. Бальзам. Шампунь. Я вообще планирую это потестить где-то неделю. Посмотрю, как оно будет. Ну и потом отдельное видео запишу со своим мнением. А также оставлю отзывы на рекоменд. Ну и, возможно, шортик запишу какой-нибудь. Зритель, если ты чем-то подобным пользовался, поделись со мной своим мнением в комментариях. А если не пользовался, ну, собираешься тоже поделись. Возможно, ты пользовался чем-то другим от этой фирмы. Ну и всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал, где-то будет облачко, можете это сделать. Если хотите поддержать иначе, можете поставить пальчик кверху, подписаться на канал. Если еще не подписались, нажать на колокольчик, и вам будут приходить уведомления. Подписаться на мою инсту, либо телеграм. Или даже ВКонтакте. Ну и всем пока!